Моя история началась с того, что вот, проучившись 3,5 года в Казани, в Университете культуры и искусств, я решила, что уже пора мне все-таки найти работу. Я поехала в Самару. В Казани я не хотела оставаться, хотелось какой-нибудь новый город. Я приехала в Самару, пришла в этот театр. Я зимой приехала, было очень холодно, темно на улицах. Вот, и меня взял на работу Евгений Борисович, и вот с нового сезона я приехала работать. Как-то так, я думала, несколько городов просто покататься, посмотреть театры. Но как так сложилось, и не знаю, это наша судьба. Я помню, была репетиция, и вот они здесь в репзале репетировали. Загорский был, Олег Сергеев, они читали «Планету». И вот Евгений Борисович просил меня почитать «За женщину». Вот, потом еще меня просил почитать «Снежную королеву». На следующий день посмотрел танец, я ему спела песню, и вот потом он сказал: «Да, беру». Коллектив принял замечательно. Они вот, у нас очень теплые дружеские отношения, это, наверное, и другие тоже рассказывают, но это на самом деле так. И на сцене, и в жизни мы всегда получаем помощь друг от друга и от нашего руководства. Вот к ним всегда с любой просьбой обращаешься. Друзья же познаются в беде в первую очередь, вот, и всегда у нас все друг другу помогают. Слава Богу.